Слово руководителя дается на заключительном, перевале сложнейшей экспедиции горной. И сейчас смысл туризма по версии официальных источников. Смысл туризма такой: поставил себе цель, выполнил цель. Мы поставили себе цель, ну мы почти только в одном месте упростили эту цель. А так мы все выполнили. Вот, нас осталось, правда, всего 5. Вот. А что случилось с 3? А кто там вообще? Не помню. Были 3 еще. 8. Осталось только спуститься. Вот, остался последний спуск. Is it over for you? Over for you? I don't even have to cry, and I'll tell you why. There is nothing to lose, nothing to lose. Tell me why did you call me now? And I have to believe, I don't know how. Is it true? Несколько слов вот, как от участника вот этого. Клёво. Сейчас будем есть шоколадку. А заход зло не даёт перекусить. Что понравилось вас сегодня? Ой, классно. Так по трещинам прыгали, понравилось. По трещинам? Ну да. Вы же, ну, вы же были застрахованы же, связка. Мы были связаны, застрахованы. Правильно. Василий, несколько слов о перевале солдат, который отличается чем-то, может быть, чем-то не похож, чем похож, чем порадовал. Да я что-то даже не заметил, как поднялись. Самый простой перевал. Блешет. Блёт он, блёт. Что было необычного? Необычного? Ну, необычного матов от группы было больше, чем обычно. Сейчас 5 часов утра,
грубо готовится к переходу речки. Мы решили уничтожить все ненужное. И сейчас уничтожаем оставшиеся пироги. Лазите? Тут ничего не идет. Нормально.